Приехал кот без забот. Я кот без забот, но так убирать не буду. А еще кот без забот не пускает всяких бродяг. Я вас не распознала. Чтобы сфотографироваться для распознавания по лицу, скажите фото. Фото я сфотографировался. Мужик не пропущен. Проходи. Да сколько можно? Батьку нравится кот без забот. Еще бы он лоток убирал. Ура! Дедушка приехал. Ну, привет, внучата. Что у вас тут случилось? Пеппа рассказала дедушке о том, как ее тупоголовый отец разломал газонокосилку. А у твоего папы вечно руки из жопы растут. Для чего вам траву-то косить понадобилось? Пеппа рассказала, как до нее кто-то домогался в траве и трогал за попу. Да кто посмел трогать мою внучку за ягодицы, кроме меня? Найду его и разломаю! Дедушка, а можно с тобой? Конечно, можно. Залезайте. Сейчас мы быстро нашинкуем педофила. Надеюсь, вы не боитесь крови, ребятишки. Это весело. Свинка Пеппа права. Видеть, как нарезают человека, действительно весело. Но она еще не знает о таком канале, как озвучка «Брат». Я знаю, он веселый. Знаешь? Тогда, наверное, ты в курсе, что он так же, как и Тихий Ор, озвучивает мультик.